Всем привет! Сегодня у меня для вас вот такой красивый ажурный узор. Звездочки или снежинки. Можете как угодно называть. Таким узорчиком можно связать кофточку, жакет. Можно вязать головные уборы. Он очень легко вяжется и красиво смотрится. С лицевой стороны он выглядит вот так, и с изнаночной стороны он выглядит вот таким образом. И чтобы связать нам такой узор, потребуется набрать количество петель кратное 3 и плюс 2 дополнительные петли для асимметрии узора и 2 кромочные. У меня набрано 22 петли, и давайте приступим к вязанию. Итак, вяжем первый ряд, кромочную петлю снимаем, дальше провязываем одну лицевую и следующие 3 петли вместе. 3 петли провязываем вместе лицевой следующим образом. Одну петлю провязали, делаем подхват нити и еще раз. И снимаем. У нас получается 3 петли. И опять 3 петли вместе лицевой. Вытягиваем петлю, подхватываем нить и провязываем еще одну петлю. Получается 3 петли и снимаем. И так далее. Вяжем по 3 петли вместе лицевой. До конца ряда. Три вместе лицевой. Таким образом. Петлю вытягиваем, подхватываем нить и еще раз провязываем одну. И в конце ряда провязываем одну лицевую. И последнюю кромочную провязываем изнаночной. Все четные ряды провязываем петли по рисунку. То есть провязываем изнаночными петлями. Каждую петельку провязываем изнаночной петлей. Вяжем до конца ряда все четные ряды изнаночными петлями. Итак, второй ряд мы провязали. Дальше вяжем третий ряд. Кромочную петлю снимаем и дальше провязываем 3 петли вместе лицевой 5. Чтобы не запутаться, вот смотрите, 3 петли вместе у нас, чтобы вот эти вот звездочки, снежинки располагались красиво, нужно, чтобы они располагались по диагонали, таким образом. И для этого как ориентироваться? Вот когда провязываем 3 петли вместе лицевой, вот у нас здесь вот есть такая дырочка, вот она, вот. И мы берем одну петлю перед вот этой дырочкой и 2 петли после нее. То есть таким вот образом мы провязываем 3 петли вместе лицевых. Делаем подхват нити и провязываем еще раз. Снимаем. Вот она у нас получается. Одна петля отсюда и 2 отсюда. И тогда у нас она будет идти правильно диагонально. Вот таким образом. И опять подхватываем и провязываем. Вяжем до конца ряда 3 петли вместе лицевой. Вот таким образом.
3 петли вместе лицевой, провязываем одну петлю, подхватываем нить и еще раз протягиваем. Получается 3 петли. И еще раз 3 петли вместе. И в конце ряда у нас получается 2 лицевых. И последнюю кромочную провязываем изнаночными. И опять повторяем. Следующий ряд провязываем полностью изнаночными. Все четные ряды вяжем по рисунку изнаночными петлями. Провязали ряд изнаночными петлями и повторяем опять с первого ряда. Кромочную снимаем, 2 петли лицевых и дальше 3 петли вместе лицевых. Вот таким образом. И у нас получается вот такой красивый ажурный узор с снежинками. Если вам понравился урок, жмите лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.